встречайте, организатор и очень хрупкая, замечательная, красивая девушка. Мария Васильева, под ваши аплодисменты. Человечество ждет любви. К немногим любовь приходит, как пришла косой. С кольцом, которое девушка увидела на руке, проснувшись в лесу на рассвете. Как пришла к Джульетте под шум безумства еще маскарада в маске печали. Как пришла к Золушке с 12 ударом дворцовых часов. Она, может быть, приходила и к вам, только никто не предупредил, когда и под какими парусами придет корабль вашей любви. А сами вы не почувствовали, и всплеск весел ушел бы слишком далеко, чтобы вернуть уплывающий корабль. Она слишком хрупка, это богиня. Она боится грубого слова и неверного жеста. Попробуйте поставить ее на тончайшую иглу, на обновленный диск своего сердца. И услышите, мелодия польется. Удивительно! Набирая силу голоса и чувств, я поверила вам и готова открыть свои тайны. Ведь любовь — это тайна. Человечество ждет любви. Подумайте, ведь любовь тоже ждет к себе особого внимания, особых слов и поступков. В счастье, в бескорыстие. Любовь ждет особой музыки. Музыки вашего сердца. Музыки вашего сердца. Спасибо, дорогие друзья. Счастья вам. Добра, конечно же, любви. Это пожелание вы слышите из уст поэтессы, читающей свои стихи на сцене, и председателя оргкомитета сегодняшнего концерта «Изысканный шансон» Марии Васильевой.